Я Макс, коп под прикрытием. Расследую дело о похищении. Украли детеныша панды. Под вывеской выставки собак происходит контрабанда животных. Почему собаки на совещании? Мы же напарники. Что с этим городом не так? Сядем похитителям на хвост. Viva Las Vegas. Обожаю хип-хоп, да, хип-хоп, ура! Viva Las Vegas. Эй! Хватит, Макс, остановись! Каких это пор собаки любят хип-хоп? Они попали на самую престижную выставку собак. Падите ниц перед королем. Шутишь, что ли? И Макса ждет. Мы точно на месте. Как будто оказались за кулисами цирка Дюсалей. Что? Особенное задание. Ты правда коп. Под прикрытием. А что, если ты победишь? Я. Эй, ты что, забыл, как я кусаюсь? Ладно, с чего начнем, учитель? Я сделаю из тебя выставочного пса. О, нет. О, нет. Ему поможет напарник. Три, два... Специально ждал, пока я наклонюсь. И верные друзья. Беру вас на дело. Так точно. Идет, но чур я плохой коп. Они запросто. Спокойно, малыш. Раскроют дело. А ты не такой, как все. Тили-тили тесто, у Макса есть невеста. От режиссера «Крошки» из «Беверли-Хиллз», «Смурфиков» и «Скуби-Ду». Отряд борцов с преступностью. С лицензией на укус. Ты что тут делаешь, приятель? Кто сказал, что копы не вправе себя немного побаловать? Псы под прикрытием. Это что? Воск для депиляции. Месть сладка. Стой! Красота, дружок мой, требует жертв. Listen.